потрясающая сегодня коллекция, потрясающая сегодня подборка для особых случаев и, конечно же, для того, чтобы мы выглядели стильно. Итак, у нас появляется набор Митра. 62-442 номер этого лота, 1390 рублей цена. Вы можете уже сейчас позвонить по бесплатному номеру, зарезервировать, оплата только после получения. Ну, конечно, мы сейчас Диану будем просить... Допрашивать? Допрашивать, да. И просить раскрыть все секреты. Ну, ты знаешь, действительно, это потрясающий многоликий набор, потому что вот сейчас здесь передо мной стоит потрясающий комплект из колье, серег и браслеты из черного культивированного жемчуга. Давай начнем по порядку. Что такое культивированный жемчуг? Ну, тогда прям к истории вернемся. Вообще, весь жемчуг, который вы сейчас встречаете в магазинах, даже на самых дорогих ювелирных выставках, это только культивированный жемчуг. Потому что, начиная с 1952 года, официально запрещена добыча природного морского либо речного жемчуга. Поэтому больше нет тех ловцов, которые ныряли в недры, спасались от акул, вступали в нелегкую борьбу за добычу жемчуга. Иногда это было опасно для жизни. Это было чаще всего опасно для жизни, но самое, знаешь, вот что самое ценное, несмотря на то, что весь жемчуг культивированный, он ведь выращивается точно так же. Жемчужница слой за слоем, год за годом покрывает маленькую песчинку слоем перламутра. Вот так же, как мы, ну так же, как мы ребенка взращиваем, точно так же жемчужница выращивает вот эту прелесть, чтобы мы ей могли насладиться. Именно поэтому каждая жемчужина неповторима, каждая жемчужина обладает каким-то своим характером. И, конечно же, она сможет дополнить и ваш характер. Вот наверняка женщины выбирают жемчуг, когда они хотят почувствовать себя более уверенно. Но ты знаешь, вот у жемчуга в чем его прелесть? Ведь на протяжении многих сотен лет жемчугу поклонялись и считали главным женским камнем, потому что он такой же непонятный, такой же переливчатый, такой же изменчивый, и при этом такой же хрупкий и одновременно такой же прочный, как истинная женщина. И вот, знаешь, вот я сейчас хотела бы немножечко к науке подойти. Давай вот так вот. Все-таки не могу выключить себе гемолога, должна вам рассказать. Рассказываем. Ценность жемчуга, который мы вообще видим, и любого жемчуга, когда вы будете его оценивать, я, скажем так, имеет три главных фактора. Блеск, цвет и обертон. Вот в данном случае перед нами представлен, вот я надеюсь, что камера сможет это поймать, черный речной культивированный жемчуг, который каждый имеет свою неоднозначную форму. Он не идеально круглый, у него есть бороздки, но при этом мы видим, что у каждой черной жемчужины идеальный блеск. То есть здесь блеск качества А. Блеск перламутровый. Да, совершенно такой. Верно. Угу. То есть вот мы смотрим на жемчужину, а она очень хорошо отражает и переливает свет. А бертон – это то, что мы видим здесь. Мы видим, что у черного жемчуга есть розовато-зеленоватый переход. Ага. Это тот самый красивый бертон, который создает это приятное жемчужное перламутровое именно сияние. И еще особенно ценно, конечно, у нас в самом цвете жемчуга. То есть черный жемчуг достаточно большая редкость, и чтобы его вырастить, надо очень сильно постараться, потому что у жемчужницы должно быть определенное питание, у жемчужницы должна находиться в определенных условиях именно температура воды и микроорганизмов, которые будут именно обитать в этой воде. То есть черный жемчуг — это достаточно элитарное. Ну и это все-таки еще и классика. Классика, когда черный жемчуг мы можем сочетать абсолютно с любыми вещами в нашем гардеробе. Да, ничего не нужно специально подбирать. Диан, скажи, пожалуйста, вот к чему подойдет, вот, допустим, вот это колье из жемчуга? Ты знаешь, ну, во-первых, я хочу сказать, что это же комплект. У нас есть колье, у нас есть браслет и у нас есть серьги. Таким образом, для вечернего или более такого торжественного выхода я бы предложила бы одевать полностью весь комплект. Так. Ну, например, чтобы разбавить жесткий какой-то офисный стиль, можно надеть только серьги и браслет. Если вы хотите немножечко облагородить, скучно, достаточно кофточку, оденьте колье и браслет. Вы можете, ну, ранжировать ваши украшения. Но ведь у нас не только черный. Вот ты сейчас заговорила о том, что одеть, давай мы узнаем, как правильно мы должны надевать наше колье и браслет. Насколько удобно нам будет надевать и снимать наше украшение. Вот как раз с удовольствием покажу. Во-первых, я хотела бы обратить ваше внимание на качество самого
самого украшения. Обратите внимание, что каждая жемчужинка, что в колье, что в браслете, нанизана на вощеный шнур, который делает украшение очень прочным. А еще между каждой жемчужинкой создан такой специальный узелок. Это для того, чтобы жемчуг не бился друг об друга, и таким образом украшение служило вам очень много лет. А еще очень и очень легко и просто прямо сейчас заказать. Не ждите, когда оно закончится. Где еще вы видели подобное предложение? Чтобы в набор входило сразу три комплекта. Это наше роскошное ожерелье, это браслет и серьги. Сегодня у нас по одной цене 1390 рублей. Поистине королевский стиль и королевские привилегии при покупке. Обратите внимание, какая ваша выгода? 2600 рублей. Это ваш подарок. И всего лишь 1390 рублей вы инвестируете в свой стиль. 62 442 номер лота для резерва. Успейте прямо сейчас зарезервировать. Может быть, вы сегодня выбираете черный природный жемчуг. А может быть белый, как сегодня у нас выбрала Диана. И каждый выбор ваш действительно будет безошибочным. Да. У нас остается всего 40 секунд на Я бы хотела показать, во-первых, очень прочные замки. Обратите внимание, что на ожерелье, что на браслете, в белом либо в черном комплекте у нас замочек-карабин. Причем полностью это гипоаллергенный сплав ювелирный, покрытый металлом куда дороже золота. Металл называется родий. Он во-первых, износостойкий, во-вторых, гипоаллергенный, и это платиновая группа металлов. Поэтому действительно уже ювелирное украшение. Хочу еще обратить внимание на серьги. Посмотри, пожалуйста, как красиво они смотрятся и как они визуально удлиняют шейку. Три жемчужинки здесь подобраны. И мне еще нравится, что это серьги-подвески. Они так незаметно колышутся и, конечно, привлекают к нам взоры. Да. 62 442 номер этого лота. Успейте зарезервировать. Мы уже разобрали колье, мы посмотрели на серьги. И, конечно, нам хочется еще понять, в чем здесь секрет браслета.